Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор Nokia 7500». Дисплей приходит в негодность, как правило, в результате механического воздействия. Уронили, ударили, защемили. Сначала металлической лопаткой отсоединяем шлейф. Затем открываем боковые защелки металлической рамки дисплея. Аккуратно приподнимаем плату. И вот дисплей извлечен. Нужно отметить, что при поломке шлейфа дисплей зачастую тоже выходит из строя. При установке нового дисплея аккуратно вставляем дисплей в металлическую рамку. Фиксируем на плате боковыми защелками до характерного щелчка и подключаем шлейф. Все, дисплей установлен.